Как проходят сборы для вратарей, в каком режиме работают, что выполняют? Ну как, сборы, конечно, после тренажерного зала, после искусственных полей, то очень с удовольствием все упражнения выполняются, желание, потому что позволяет и тренировочные поля, и погода. В режиме скоростно-силовой работы, чтобы адаптировать вратарей к этим условиям, поэтому и физически мы кондиции поддерживаем, и в техническом плане тоже это развитие качеств вратаря. Как правило, у полевых игроков на сборах закладывается, скажем так, физический фундамент. А что у вратарей? Вратарей так же самое, как и у полевых игроков, тоже физический фундамент закладывается, и особенно технический. То есть надо адаптировать вратарей, подготовить к чемпионатам, развить их сильные качества, увидеть слабые качества. Что по первой игре против Вислы, как действовали вратари? Ну, мне понравилось то, что они участвовали, командовали, строили команду. И практически такой большой работы не было. Все заключалось в страховке, подборах игроков, подборах мячей именно. И в остальном мне понравилась, в принципе, игра. Единственный гол, конечно, забитый там был, выход 1-1. В принципе, Сергей Паченко старался мяч выручить команду в этом случае, но как бы хорошо исполненный удар был, забит гол. Это единственное, что всегда хочется играть на ноль. Вот второй день тренировки заканчивается ударами по воротам. Как вы думаете, вот полезны ли они для вратарей вот в плане, таком эмоциональном плане? Конечно, это и чувство вратаря на воротах, поэтому как бы эмоции эти должны присутствовать в конце тренировки, особенно для вратарей это очень желательно удары, потому что одно дело, когда работают они с тренером вратарем, поэтому там не такие удары, как от игроков. Поэтому для них это очень значимое. Спасибо большое, удачи вам на сборах. Спасибо.